Буэнос диас, братва. Я терноцесс на зарыто с экрана, это значит, что у нас третья серия Crysis Warhead. Исправят, она. Синий кот! Вырубай нахрен! Еще пять минут! Я сказал, вырубай все, нахрен! Садитесь поудобнее. Это был мой последний шанс. Берите ништячки и делайте громче. Мы начинаем. Напомню, в прошлый раз получилось так, что корейцы к хуям помёрзли. Почему? Да пёс его знает. Ну да, довольно весело. Ух, холодина-то какая. Где-то минус 200. Ясный хуй, корейцы, не ожидавшие такого прикола, превратились в сраные ледышки. Контейнер уже успел кто-то спиздить. А шо в том контейнере было? Да хуй его знает, очередная инопланетная ебанина. Оп! Ебесь ты провались. Эмерсон, ты это видела? Ебесь ты провались. Сволочи. Это все патроны, которые у меня есть? Мы должны раздобыть этот контейнер. Кто знает, на что способны эти уроды с такой технологией? Бери катер на воздушной подушке. У нас нет ни одной лишней секунды. Ништяк. Классика. Ах ты ж падла. Ладно, катсцену мы пропустим. Мы должны раздобыть этот контейнер. Кто знает, на что способны эти уроды с такой технологией? Бери катер на воздушной подушке. У нас нет ни одной лишней секунды. Так будет проще. Блять, не успел выпрыгнуть. Блять, если обрушу на него шквал свинца, станет тошно любому. Псих, он уходит. Бери катер на воздушной подушке. Вперед. Не упусти и контейнер. Не останавливайся ни перед чем. Струляло у него есть какой-то? Ой, блядь! Поворачивайте налево и идите по деревенской дороге.
ты, сколько ж у вас тут псы? Двигайтесь через деревню. Впереди перекресток, сворачивайте влево. Мясо, мясо. Вот он. Here the bomber now. А вот ты бомбер. Черт, мы его потеряли. Хуйня, догоним. Влево. Собака уебака. Ах ты псина. Ой, было больно. Как он так быстро прёт, я не пойму. Пидорас горбат. Мы его потеряли. Влево. Там главное на АПЦшку слишком сильно не напороться. Ой-ой-ой. Меня болтануло. Блять, миссия. Впереди есть проход вдоль корабля. Так, куда вдоль корабля? По этой стороне, что ли? Ух ты ж, блять. Меня шутает. Вот он, контейнер. О, летит скот. Ебать трамплин. Так, мы снова его упустили. Состыкуйтесь с отрядом Орла, а я попробую отыскать контейнер. Ну чё ж он нос микрофоном почесал? Ой, сука. Пусть этой штуковиной занимаются корейцы. Мы ввязываться не будем. Следуйте за линией контейнером. Да надо, такая прикольная. Следуйте за линией контейнером. Меня это прикололо. Так, надо как-то хуйню объехать всю. Так что в итоге... Ползти на холм. Ах ты, блять, косая. А, вон тут где проход, ёптить. Тут за мной какая-то свина-собака гонится. Блядь, ты куда мне ехать-то в итоге? Ах ты ж, блядь. Сюда, что ли? Как я еще юбку кораблику не распидорасил. Ах ты, сучка. Так, еще отметина. Пиздарики. Чуть не помер. Где-то вообще хожу, брожу, а где брожу, да хуй его разбери. На каком-то ебаном заводе. Вот еще это, блять, косая за мной. Что-то вообще не пойму, где я еду, вот честно. А, вот теперь все вижу. Проблема в том, что я немножко не понимаю, как мне туда заехать. Ну да ладно. Тэдэц. А, мы получается... Вот, 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 мы по этому месту уже проезжали. Прыг. Сейчас как-то вот так по холму должны объехать. Хотя какой-то холм, это кусок льда. Здоровый такой кусман.
Блять, я все время в этом месте путался. Где этот ебучий проход? О, свинопес. Ну реально же свина-собака. А, в пиздищу. Сейчас, как по законам подлости, я найду въезд. Что, блядь, не нравится? Хотя и с гаусски или и снайпер, гасить их в разы веселее, вот честно. Псих, это ленивый Дэйн, прием. Дэйн, это псих, слышу тебя. Беги сюда как можно быстрее. Мы потеряли связь с другим отрядом в нанокостюмах. Ты что-нибудь слышишь? Никак нет. Окей, мы здесь застряли, но нашли проталину. Медведь отправился посмотреть, не удастся ли ему пробить дыру к следующей впадине. Так, а чё, гранатомёта нету, что ли? Вот сука. Сбит. Наконец-то, блять. Максимум силы. Максимум скорости. Ну если я сбил то уебище лесное. Псих, там есть дорога, ведущая через ущелье в скале. Слева от впадины. Мы разместили там нашу оборонную позицию. Обязан. Все будет хорошо. Я слыхал, что последний человек, который вывел Эмерсон из себя, отделался легким испугом. Ладно, пойдем. Ты нашел дорогу? Медведь еще не выходил на связь. Идем к нему. А, вот это уже реально выглядит прикольно. Ты куда сам спрятался, псина, а? Оказывается, и в ноускоупе с этой штукой есть смысл. Иди, псина полосатая. Ч
Чё-то я тебя не вижу. Ладно, хуй с вами. Пойдем дальше. Там еще какая-то собака уебака летает. Еще какая-то. Короче говоря, я засек. Этой штуке надо 4 плюхи из гаусгана. Чтобы коней двинуть. Больно. Кусачу, вернее. Где пес? Ах ты, сука, ты в ботах. Так, чисто, чтоб было. По-моему, придется поугарать. Или не тут? Блять, сам себе нагадил. Вроде успел убежать. Так, на секунду. О. Так. Вооружение. А, выбор типа гранат на R. Ага, вот теперь ништяк. Контрольную шпату точно никто не вылез. Вон там, по-моему, еще какая-то свина-собака движется. Да. Гранатометик бы, конечно, не повредил, но я уже прошел точку с БП. Да и гранат всего 6 штук. Это косить их пехотным оружием, ну совсем не улыбается. А что если вытряхнуть карионыша? Опа. Вот дело пахнет конкретными такими писюнами. А, движки у танков не запускаются. Типа танки можно использовать как огневые точки. Хули ты там щупальцами машешь, псина? Да
Да уж, мясо знатное. Хорошее люблю. Ой, разбился. О, думаю, патронов еще вагон. Когда обратно собирать успел, непонятно. А вот здесь, походу, придется знатно поебстись. Тут радар засек кое-что. Думаю, вам стоит проверить. О, сейчас будет пот. Так, мне нужен гранатомет, сука. Так, Брэдлик подбитый, подбитый. Этот сукин сын перегораживает нам дорогу к туннелю. Или мы, или он. Эрнандес, заходи с фланга. Бандит, отвлеки его. Будет прикрывать с дальней стороны. Дадим ему залп из тяжелой артиллерии. Так. Так, патроны для гранатомета. На самом деле у него просто конские ХП. Во-первых, вот эту штуку надо схватить. Босс, я думаю, что теперь она точно сдохла. Ты слышал? Поднимай задницу и выдвигаемся. Все целы? Отлично. Псих, принимай командование. Двинули. Что с медведем? Задача номер один — наша миссия. Двигаемся на помощь хищнику. Черту контейнер! У нас человек пропал! Ага. А с другой стороны ледяной горы пропал целый отряд. Давайте выбираться отсюда. Сейчас будет бум. Граната! Вперед, вперед! О, ништяк, однако. Окей, выбираемся. Вперед, вперед! Ну что ж, попиздили. Но что было дальше, вы узнаете в следующей серии. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх и пока.